Друзья, и снова всем здравствуйте. 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 Короче говоря, это последний ролик, потому что сегодня у нас уже вечер. Мы готовим кушать, топим печку. Я у нас ночует сегодня, а завтра утром, не знаю, как получится, рано или поздно, и придется идти домой. Не надо последний ролик, надо еще ролик. Еще ролик надо? А как мы успеем? Будем во сне его снимать? Так уже не буду, выходит чуть-чуть. Не, так мы сегодняшний ролик будем еще снимать. У нас уже два ролика сняты. Ну это будет третий. А как мы четвертый снимаем? На что? Где? Когда? Оставайся завтра, до понедельника в школу приди, а учебников нет. Так-то я-то только за. Хоть живые меня, хоть постоянно. Завтра идем. Завтра идем на биржу, собираем чемоданы и. Что, нет? Не знаю, да, скажи. Так-то можно, скажи. Мамка заругается. Ладно. Так, сейчас я растопляю печь. У нас каникулы будут. Во! А я на работу, а мне на работу надо. Ну хрен с ним, на работу будешь ходить помогать. Да. Это интересно, сейчас должность. Понравится тебе. На диване сидеть, книжку будешь читать. Так, ладно, вот там у нас. Ушло не туда, малость. На печь просто опять посуду мыть. У нас как каникулы ты? На неделю будут, как что хоть каждый день. Угу. Сначала будем чай сейчас пить. Купили хлеба, сейчас зашли колбасы, масло. Пока такой перекус легкий. Я посуду помоем, потом супу поедим. Вкусного, да? Самого лучшего на свете. Белом супу. И потом надо будет ужин варить. Ну, короче говоря, повторяюсь. Так что я пошел печку затоплять пока. А то мы так чай не попьем с собой сегодня. Ждем, пока телевизор нагреется. Но то у нас интересные довольно-таки. Кстати, вот она вчера ушла вечером домой. А сегодня мы сходили в баню, пришли. Яна говорит, по-любому собака сейчас подходим к дому. По-любому собака ждет нас. Я иду так, сделал. У нас во дворе соседа стреляет машину красную. Там только обходим, такая голова. Раз, смотрит на нас. Я тут, да, я жду, да. Пока. Да почему пока-то? Я тут. Почему? Почему пока-то? Мы только начали ролик снимать. Уже? Да. Дальше еще будет? Конечно. Ты дальше все снимать будешь? Конечно. Самую следом, а ты больше не будешь снимать. Я говорю, вот начали снимать третий ролик. Так сразу сказал. Ну так. Ладно, давай, не отвлекай все. А то опять мы дрюль. Ура! Еще снимать! Да. Перекусу. У меня кофе, у Яны чай. Хлеб, масло, колбаса. Нож. Яна. Готова? Нож тоже есть теперь. Нож тоже есть теперь. Ножом будем резать, сейчас колбасу и хлеб. Ладно, поехали. Кофе вкусно, тебя купили. Простите, я вас, значит, еще действительно задел. Николь, Ангелина, с вами... Масло не нож, я купил. Я не намазывал, а накладывал. 18-10%. Снова рвался в четвертьфинал реванша. Молодой экстрасенс Никита Турчин. Прикольно. Черному плаще. Свеча с иголками. Все заварено всякой фигней. Жвачки, лимонады, соки, шоколадки, апельсины. Ой, яблоки вчера, говорят, яблоком не порезать. Порезал. Главное порезать. А? Чего? Делами надо заниматься. Я бы тоже так сейчас бабах. И все, и Васей звали. На, посуду сначала умыть. Яна решила поесть еще вчерашнего супцу. Там еще на раз осталось. Но тут хоть я нашел еще 5 кусочков мяса. Но там осталось вообще без ничего. Пару картошин и бульон. Потом я дай поем после нее, если что. Сама сказала, снимай на видео, я снимаю. Что нельзя? Рано зарядку поставила. Сколько процентов? У меня? Не знаю, процентов 60. Я вот это не сижу, да, в чем. Кайф. Лучше, чем шоколадки, да? Лучше, чем шоколадки. Шоколадка вот.
Я вижу. Может, парабанком попробуем зарядить? Какая-то разница, да, она там быстрее не получится. На, по-хорошему ставить, чтобы она этот не тряслось. У меня вообще не получается зарядить. Ты же как-то ставила, сейчас только что заряжалась. Я снимаю, сейчас вон видишь, стоит. Можно идти ручкой помахать. Это вон, не на этой коже. Нет, это не. Он заряжается. Заряжается? Да. Привет. Ну, тебя не видят там. Ой. Привет. Вот, друзья, у нас есть еще кусок мяса. Здесь срезали кожу сейчас. Чуть-чуть там сало, чуть-чуть мяса прихватили, но ничего страшного. Я не говорю, найди, будем варить супец тоже. А сейчас мякоть маленько срежем. Будем делать рис. С чем-то. Сейчас увидим, с чем. Главное, ну, кусочек сальца с мяском подвыбрать, чтобы сделать такой вот гуляш. Готовим, тебе тоже не переживай. Понял? Так, друзья, ужин у нас готов. Получилось, можно сказать, каша рисовая. Но не можно сказать 100%. Но на воде. Здравствуйте. Гуляш как делал? Мясо обжарил, лук обжарил. Добавил кипятка. Добавил маленько муки. Добавил канели сонели. И куркума. Ну и соль, соответственно. Соль. И вот такой вот гуляш получился. Большой сок. Так что не знаю. Я пробовал том, и то помаленьку. Вроде вкусно. Сейчас посмотрим, как это в перемешку будет выглядеть. Мне так очень даже хорошо. Вкусно? Угу. Ну так вот, есть и будем. А если лишь останется? Там риса целая картинка была. Вот еще дофига. Я опять переборщил с рисом. Много натворил. Вроде промывал, носите, немного было. Варить начал все капец. Целая кастрюля. Вкусно. Мяса мало, это жалко. Мяса мало? Что-то, добавлю мясо там. Не, я говорю. Ты же говоришь, что там мало. Хватит тебе. И мне хватит, если хочу там. Да что? Рис горячий. Перемешивался. А это каша? Конечно, плохо. Был бы на зависть рис пиза, тогда бы дело. Утрамбовывать еду.
Завтра меня не будет. Завтра не ждите видео со мной. Завтра меня не будет. Завтра меня заберут. О! Я говорю, накроют, это зря прыгаешь. Это было опасно. Опасно. Ой. Хватит баловаться. Как я напроигрывал. Я наигрывал сейчас. Я тогда выигрывал. Здесь есть подачки, да, друзья? У тебя один-один нету? Нету. Ходячки. Выборов. Он тебя хамит уже в лесу. Но только один из них сможет забрать главный приз. 300 тысяч рублей. Только... А, заткнуть есть. Ну, заткай, чё? Не видела. Я думала, там три. Ну, вот полностью игру запишем. Опять. Полностью. Четверки. Ну что же, самое тяжелое для Гарика минуты, которые он вынужден проводить. Это пятерки открыты. Шестерки открыты. Шестерки открыты. Единицы, пятерки надо открывать. Тройки. Нету. Ты не видишь? Твои печеньки для меня. Какие печеньки? Ты выиграл мне. Давай, не раньше времени, не загадывай. 6 открыто. 1-5 открывать надо. Ну выдай мне тройку-то. Да? Какую тройку тебе? Зачем? Выдай. Ты... Сам знаешь зачем. Ты что начал? Задумался долго. Не шахматы, а играем. Есть дых, есть, нет дых. Ищи другую. Вот, а что ты думал, съел? Так, 0 открыт. 5. Шестерки открыты, 5 открывает. Не надо. 3-то закрыты. 3-то закрыты? Ага. 5-то закрыты. Что ты? Подожди, не путай меня, нахрен. Там тройка, не закрыты. 6 открыты. Где тройка? Тут тройка, там тройка. Да все. Выводит меня из себя. 0, нахрен он нужен. Уже было три посты. Посты были, но в разное время. Тройки, тройки, чё у нас? Тройки закрыты, шестерки открыты. Все, больше нет ничего. Нет, когда я в возрасте был... Какая же я дура, я же могу открыть. Не знаю, что ты думаешь, съешь. Блин, я просто тупее. Нет, я в этом году был в Хутеке. Хутек, а я чуть похуже. Чем в Хуке. Просто в Хуке это остров. Финал. Такое сибирайское место. Ну, а большой город немножко там грязный. Что, ты все открыто. 4,5. О чем ваши пессимисты? 4,6. 4,6. Светлого, классного человека. Блин, вообще хорошо играл. Песни Сергея Ксенофонтова. Встречай. 5 у нас чего? Нету. Нету. Всем привет. Ты выиграл. Кто не выиграл? Рыба у нас, ёпти. Какая рыба у тебя? Ну, такая рыба, ходов больше нет. 1-5. У меня тоже минука на 5. У меня... Записали игру, первая рыба, закрылись. Еще, короче. Да, все выиграли. Убирай всю обувь вообще, какая есть. Я на сегодня тут делаю как-то... Как называется? Марафет. Да, сегодня Яна будет делать. Тут, полностью. Да. А бочонок тут? Бочонок, сейчас я уберу. Так, hello. Что тут оставим? Бочонок меду. Oh.
Очень-очень много нас китайцев. И в Китае нам нельзя рожать. Бумажку переезжаем, тут три десятка нарожаем. Будем вам работать, помогать. Во как нашим умеют. Так, да. Китайцы. Ну, подожди-ка, наши меня интересуют. Я не китайцы, я индейца. Оп, сам вот это мусор из углов. Понял? Серёжа, давай. Блин, тут у нас что-то подзастралось. Ну, очень много. А ты посуду вымыл? Посуду вымыл? Да? Так нас снова будут скоро мыть. У тебя тут три тарелки. Да, точно. И те запачкали уже. Так. Так. На. На. Так, где это? Заводилка. Не надо, не вымыть. Сейчас будет это пылесосить. Видите, как убивый. Вкусный. Я. Где? Че? Ты чего узлом-то завернула на носки? Правильно, не то дамка. Разверни пылесос. А? Пылесос-то разверни. Все. Всем, ребят, всем привет. Все, опять привет какой-то. Хоть это пластик у нас тут не новенький, но тем не менее стало получше, чистенький. А когда последнее видео будет? Последнее? Сегодняшнее, которое сейчас снимаем? Нет, да, оно будет. Завтра будет. Еще одно. Я сегодня выложил одно. Завтра привет всем! Как дела? Короче говоря, все три видео подряд пойдут. Я только скажу только людям. Что скажешь? Ну что, непонятно, все равно. Понятно. Надо микрофон сюда говорить. Угу. Вот здесь микрофон, ты говори сюда. Ты не слышал? Знаю. Я нет, но я монтировать буду, мод услышу. Нет. А как по-другому-то? Нет. Ты перемотай. Ладно, все, отдыхаем пока. Да. Нормально, и пошло как раз. Могут не угадать подарок. Как хорошо, что есть подарок. Видишь, я говорю, на все лапку. Помнишь, я много, много мелочи-то набрал. Вот оно, все и пришло, видишь. Загнул. У тебя все тузы, а у меня корабли почти все. Хорошо. А у меня 9 же было или нет? 6, вот. Так у тебя там 7 было, ничего. У тебя 6 было, у меня 7, ты чего? Вот. Доброе утро. Хорошо спалось? Нет? А что ты? Я не знаю, как ты уснула вперед меня, я просыпался. Ты все вроде спишь. Ну что, тебе плохо спалось? Я мешал? Одеяло только ты. Ну хорошо, одеяло большое, так-то повезло. Так-то ты его тщательно на себя тянула. Ой, завтра на работу.
Тебе в школу? Чем? Тебе же нравится в школе? Не нравится уже? Ты же староста стала в школе. В пятерке учишься? Не нравится. Как так? Ой. Все больше спишь, все больше хочется. Поспали мы, люди. Уснули мы в первом часу вначале. А проснулись в 10. С лишним. Вот так вот. Еще плохо спалось, блин. Хочу уходить. Лена, я тоже не хочу, чтобы ты уходила. Давай сама поправляй, как надо. Во вторник приду. Что там, будешь на полчасика? Ну, на пару часиков. Ладно, хоть супу вкусного поедим. Рукавички не забывай. Одно классное. На выходные, на день, на ночь, да? Всегда. Интересно, на выходные были, да? Так на следующий день так же. Очень быстро, поверьте. Кстати, в следующей пятнице уже 8 марта пришел. Так я в курсе, да, потерял, а не включил. Вот так вот, друзья. Ой. Раз, раз. Для вас это пролетело быстро, а для вас... для меня такое ощущение, что еще быстрее. Ой. Ой. То есть, было очень весело и интересно, но как-то очень все быстро закончилось. Ой. А вот когда 8 марта будет, ты видео снимать будешь? Я говорю, тебе мама не отпустит ко мне на 8 марта. А на улице встретиться. Потом 9-го ты идешь, допустим. Я не знаю, там видно будет. Я не могу ничего сказать. Так все равно я все на выходные приду. 8 марта будет в пятницу. Да. Угу. Я не знаю, потому что соревнования вышли. Ну, в принципе, нафиг эти соревнования. Блин, чего мы спите? Подожди, подожди. Застегну, что не попадал. А тут уже прощаться надо. Смотрите, прощайся. Мне еще рано. Забрали. Забрали девочку у меня одну. Все, капец. Что делать будем дальше? Ладно. Как-то грустно стало. Сейчас иду, сам не знаю, куда иду. Я оделся, думал ее проводить до магазина. Ну как, до мамы, до ее. А она сама пришла забирать дом. Так что я уж оделся, думаю, крайне прогуляюсь. Домой возвращаться неохота, одному сидеть там. Сейчас я дома сходил, прогулялся так, до друга дошел, до бабушки. Домой вернулся, снимать больше неохота, не знаю, вот вечером что-то поснимаю. Вот следующий ролик уже. Сейчас что-то настроения нету, все пропало. Ладно, друзья, всем пока, до скорых встреч, увидимся.